это сейчас начинаем с нашего главного водителя, Василия Григорьевича, наш шеф-водитель. Так, и штурман. Все, я покажу. Поднимем бокалы. Поднимем. Подняли. Вы... Ввиду особой торжественности случая, прошу всех встать. Да, да. Как? Тогда Толик Панченко был. Вот. Он так на меня удивленно посмотрел. Я повторю тот наш первый тост. Дорогие, близкие мне и родные, словно ручьи полевые, быстро и сольемся рекой, рекой. Эй! За нашу полноводную реку, группу АТП-32. Да. Ура, ура! За встречу! Ура, да. Ура. За встречу, что мы сегодня встретим. Толик тогда так глянул на меня. Что мы встретились сегодня. Давно мы уже не встречались. Очень приятно. И хотелось бы, чтобы тоже такие моменты были. Но мы надеемся все, что мы будем встречаться и дальше. Да. Если здоровье позволит. Главное, чтобы мы здоровы были. Ну, жизнерадостные. И еще поживем. Дай Бог. Быстро вы на подъем. Только вчера Валера, Вася позвонил, сегодня уже тут. Он Вася мне позвонил. Я потом вчера с ними созвонился. Я думал тебе позвонить, думал. А он тебе уже же не позвонил. Ну, мы как, мы собирались на свою могилу. Давай, может, до Жени заедем, я не против. Вот. До Саур могилы отсюда, как до Киева Рачки. Да, там есть. 25 километров. А? 25 километров от тебя. Ну, 25 недалеко. По нашим меркам. Мы сколько километров проехали, Вася, сюда? Ты не засекал? 63. 63. А тут 25 каких-то. 63. Половина месяца. Ну, давайте поднимем наши бокалы. Бокалы? Давайте. Будем здоровы, самое главное. Да. Надо еще чая немножко.